уже как бы новые технологии в лабиринте. Вот это по-старому, понимаете, работать нельзя. Совершенно. Вот эти деньги, которые вы сейчас там, как вы говорите, осваиваете, вы их закапываете. В моем понимании, вы их просто закапываете. Так, вы нас скажете. И второй вопрос. Нет, я все-таки... Вот он. И второй вопрос. Второй вопрос, Андрей Валерьевич. В присутствии, так сказать, областного прокурора, я хотел бы вас спросить, на сегодняшний день существует еще практика откатов? Пожалуйста. По первому питанию. Ви знаєте, ми на комісіях обсуждали, що ми зараз націлені на нові технології, і поверхнева обробка, яку наприкінці цього року кілометри, ну, зробили. Струйники, так називаємо, то же саме ми привлекаємо активно. Ми нацелені на нові технології, однозначно. Що касається откатів, я говорив на комісії вчора, якщо є якісь факти, где-то, любые нарушения, то давайте вместе идти к прокурору. Вам не известно? Нет, не известно. Будь ласка. У нас ще записалось на запитання до Христенка Андрія Валерійовича. Марія Бруцький. Марія, будь ласка.